Здравствуйте. Меня зовут Захваткин Илья Сергеевич. Я являюсь ведущим преподавателем веб-направления учебного центра специалистов. Я работаю по таким направлениям, как веб-дизайн, веб-разработка, юзабилити сайтов, SEO-продвижение, а также различные рекламные технологии в интернете. Сегодня я хочу представить новый учебный курс нашего центра, в котором будет рассказываться о четырех рекламных системах. Первая система, которая хорошо известна на рынке, это Яндекс.Маркет. В течение последнего времени система Яндекс.Маркет активно развивается, и существенная часть нашего курса будет посвящена именно этим особенностям и изменениям. Следующая система, которая будет рассмотрена, это система Google Merchant Center совместно с Google AdWords. Данная связка позволяет рекламировать и продавать услуги и товары в интернете с помощью инструментов Google. Здесь также возникает много вопросов и особенностей при настройке рекламных кампаний товаров и динамического ремаркетинга. Следующая часть курса будет посвящена рекламному сервису Авито. Мы подробно рассмотрим такие сервисы, как Авито для бизнеса и Авито Контекст, и особенности работы с ними. И, наконец, мы рассмотрим такой сервис, как товары Mail.ru, который недавно появился на рынке и активно расширяет свои возможности. Заключительная часть курса будет посвящена веб-аналитике. Мы рассмотрим, как отслеживать эффективность всех этих рекламных инструментов. Знания, полученные на данном курсе, позволят диверсифицировать вашу рекламную деятельность. Таким образом, интернет-маркетолог получает больше инструментов для продвижения своих проектов. У него появляется возможность сравнивать эффективность каждого инструмента и выбирать наиболее подходящий. Хочется отметить, что на рынке образовательных услуг подобного курса пока что не было. Учебный центр «Специалист» берет на себя ответственность, организуя такое обучение для продвинутых интернет-маркетологов. Приглашаем вас на данный курс, будет интересно!